Заместителем главы города, курирующим вопросы курортов, туризма и торговли, назначен Александр Владимирович Ким. На время отсутствия руководителя муниципального контроля, временно исполняющим обязанности начальника этого подразделения, назначен Арам Павлович Куктиев. Если изменения в структуру, и из юридической службы нашей выделены подразделения, которые, можно сказать, вернулись назад, управление архитектуры, создан юридический отдел и управление имущественных отношений. Точно так же создан юридический отдел. И сейчас я подписал постановление о назначении моим первым заместителем Бузунова Анжелики Анатольевны. Прошу любить и жаловать. Первый заместитель главы города Анжелика Бузунова среди ряда своих поручений особо выделила вопрос по организации в городе мероприятий по доступной среде. Я попросила вас еженедельно докладывать о проделанной работе в этом направлении. Сколько мы на территории муниципального образования сделали новых пандусов. Я попросила вас провести ревизию на пляже, там, где у нас есть вот эти вот деревянные настилы, чтобы они были в нормальном состоянии. Если нужно где-то отремонтировать, значит, ремстрой сразу идет и ремонтирует. И все это будем освещать. И подготовиться на следующей неделе мы планируем провести на территории нашего муниципального образования круглый стол с участием здравниц. У нас очень доступные здравницы. На нашей территории есть здравницы, которые вообще специализируются на реабилитации инвалидов. Мы должны все это показать. На самом деле у нас просто этой информации не хватает. Глава города потребовал ускорить работы по проектированию благоустройства Пионерского проспекта.